Празднование Хэллоуина в Америке – это древнейшая традиция, но вы только посмотрите, как это было каких-то 40 лет назад, 50 лет назад. Это же необыкновенно. Эта традиция длится до сих пор, и мы каждый год ходим с детьми в костюмах по домам и собираем сладости. Как это было тогда и сейчас, смотрите в этом видео. Her costume is very, very dangerous. Ow, that hurts. But I haven't figured out what it is. Judging from the characters ringing up and bagging groceries at the Hy-Vee checkouts, she bags twice when you get them home. This is original. These guys dressed up as butchers on Holiday Inn from The Viking Flasher. And Mr. T is hanging around the hotel elevators as he credit union, the tour guide, a couple of packages under her limbs. Own branch office. Одну вот эту штучку возьмите. Соседи просто собрались со всех тут, со всех сторон. Классно. Да. Музыка, считаю, просто зачет. Что он сказал? Это было, поэтому он нам дал. Мне дал. От этого дал. Окей.